Работа учителя, безусловно, трудная и тяжелая, но есть и смешные моменты в жизни преподавателя. Одним из них является проверка сочинений. Что только не пишут нерадивые ученики. Канал «Интересные факты» представляет вам подборку школьного юмора. Трактор мчался по полю, слегка попахивая. Летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой и с собой взяли только необходимое – картошку, палатку и Марию Ивановну. Умер Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и раздался выстрел. Дантес не стоит и выеденного яйца Пушкина. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. Герасим поставил на пол блюдечко и стал тыкать в него мордочкой. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге. Чацкий вышел через задний проход и подпернул дверь палкой. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!» Отец Чацкого умер в детстве. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Под старость лет его приковало к постели раком. Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня. Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день давила на него. У Ростовых было три дочери – Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся. Душа Татьяны полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Онегин был богатый человек. По утрам он сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Петр I соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду. Тургенева не удовлетворяют ни отцы, не дети. С вами был канал «Интересные факты». Подписывайтесь на нас, и вы узнаете еще много удивительного.